Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. И у нас закончился турнир, поэтому забираем свои награды. Так, открываем колоду. 9600 это сюрики, плюс кирби 50 ДНК, 90 золотых осколков и также 75 платиновых. Плюс здесь награду за Лигу Мастеров 3 звезды, тоже забираем. Так, ну что, ребята, сразу, наверное, приобретаем с вами телепорты, как я и хотел. 250 штук за 1000 долларов. Окей. И смотрим, что у нас сегодня на неделечке попадает. Так, на турнирной арене, как мы видим, разыгрывается у нас Паукус. Так что он особо сильно нам не нужен, но все равно турнирку проходить придется. Так, а в испытаниях у нас Мания Майки. Так, и значит, здесь нам нужен только лишь один персонаж. Так, погоди-ка, точно один? Да. И это Майки Видения. Остальные у нас все прокачаны. Здесь у нас городская война тени на солнце. Нужен ли вообще здесь кто-нибудь? Да, здесь нам нужна Кунаичи и Шинигами. Так, ну что же, отлично. Потом будет Черепашья буря и также платиновое испытание клан Фуд. Ну что, давай заберем с тобой бесплатно пак, из которого нам выпадает крысиный король. Его не спутаешь по шапке с полями. Заходим здесь, забираем награду и поехали. Так, начнем с серии испытаний. Быстренько сейчас пробежимся. Естественно, самый первый поединочек. Он, как всегда, у нас легко и просто проходится. И сегодня будет, естественно, арена, ребята. Буст чуть-чуть я проспал, скажем так. Он должен был начаться у нас в 3 часа, да? Ну, а я закимарил и в данный момент на часах 6:30. Так что, думаю, ничего страшного не будет. В общем, сами все проверим. Так, ну-ка давай укусим. Нормуль. Так, здесь Маузер, ну хорош, не упендривайся. Так, а тут у нас кто? Бибоп и Рокстеди, собственно, персоны. Поехали. Двойной атаки, к сожалению, не было, но ничего страшного. Так, Маузер сейчас получит звездюлей. Отлично, можно вертушку сделать, но я думаю, что мы без нее перебьемся. Так, минус Рокстеди, и давай-ка мы возьмем с тобой Бибопчика. Ты чего там хиляешь еще? Давай вот так вот сделаем. Супер ударом. Все упали, кроме кабана. И тут мы его тоже с тобой добили. Ну что, друзья мои, серия испытаний у нас пройдена очень, так сказать, четенько, без каких-либо ошибочек. И забираем с собой здесь награды. Дальше, значит, у нас сложный, ну, в общем, понятно. Мы переходим на нашего, естественно, Донателло Космос и прокачиваем. Так, маузеры, нужно еще 5, получается, да? 5 приманов для маузеров. Здесь нам ничего не выпало, к сожалению. Здесь то же самое. И здесь тоже. Зашибись. Черные очки. Опять очки. Эй. Да вы серьезно, вы издеваетесь, что ли? Да ну хорош. Так, они дают все, что угодно, кроме приманки для маузеров, прикинь. Вообще не хотят давать. Ну ты посмотри. Ага, одна есть. Пошло опять отслеживающее устройство. Вторая. Что-то мне кажется... Нет, не дают и все. Да, у меня сейчас так пицца закончится. Третья, все, ребята. Остальное будем искать позже, потому что, ну, это трэш. Ни в какую не хотят выдавать. И поднять уровень персонажа. Переходим в список. 10 тысяч мутагена у нас с тобой есть, и поэтому нам хватит прокачать Леонардо на 54 уровень. Все, забираем здесь остатки. Ну и, как всегда, по традиции, бежим на арену. На арене, надеюсь, у нас все получится хорошо. Так, 11-11, сразу начинаем именно вот с этой команды, где есть 11-11, потом по возможности 11-12. Здесь все у нас будет легко и просто, буквально где-то до конца арены. Мне кажется, здесь ничего сложного вообще у нас не должно быть. Потому что это буст. Персонаж, конечно, будет нас потихонечку догонять, но мы все равно будем очень лихо от него отрываться.
Так, и того у нас воин. 2 звезды, 73-я позиция. Погнали дальше. Вот, 11-12, о чем тебе и говорил. 21-й ранг у противника. Раз, два, три. Так, что-то я все по привычке хочу 4-5. Но здесь пока по 3 персонажа у нас идет, так что будем разбираться пока своими силами. Поехали. Так, Рафаэль бросает черепундели и убивает всех. Замечательно. Так, двигаемся тогда дальше. И воин 3 звезды. Я в этом не сомневался. 80-я позиция. Так, здесь надо набрать, наверное, уже 12 с копеечкой, да? Вот. 12-13. Оптимальный вариант. 23-24 уровень у противника. Естественно, нам переживать пока вообще не стоит, потому что у нас полтинники. Даже, я бы сказал, ближе к 60 уровню. Ну что, бросим бомбочку. Сможет он завалить интересы всех, нет? Нет, потому что бомбочка очень-очень слабенькая. Ну, а здесь, конечно же, будет добивка от наших маузеров. Все. Замечательно. И мы с тобой двигаемся дальше. Двигаемся в правильном направлении. Так, и вот уже мы с тобой в элите. 69-я позиция. 12-14. Отлично, спасибо. Даже не надо было ролить, искать, что-то там вынюхивать. Все у нас идет козырненько. Так, ну что, может быть, даже сегодня попробуем события пройти буквально до Микеланджело видения, который нам, в принципе, и нужен. А он нам точно нужен? Ты уверен в этом? По-моему, да. Потому что по черепашкам именно видение у нас не прокачан, насколько я помню, Рафаэль и Микеланджело. И именно Донателло и Леонардо мы прокачали с тобой вот буквально на той неделе. Ну что, элиточка 2 звезды, 88-я позиция. Дальше продвигаемся и давай-ка попробуем 13-15 найти. Вот, 13-15 нам выдают. У него пошли уже золотые ранги, пускай мало звезд, но все-таки пошли. Раз, два, три, четыре, пять. А, у нас уже фулл команда из 5 персонажей. Так что все отлично, сейчас будем быстренько с тобой продвигаться вперед. Ту-ту-ту-ту. Ну давай попробуем вызвать космический корабль. Вау, Донни упал. Майки тоже. Бросаем гранату. Тью. Отличный бросок был, Бибоп, отличный. Ну что, как сам видишь, идеальная победа. И мы продвигаемся дальше. Да, элиточка 3 звезды. Позиция у нас 86-я. То есть пахнет самураями. Ну не знаю, успеем ли. 13-16. Давай-ка я возьму, наверное, вот эту вот команду. Мне она кажется более спокойной. 35-й, как ты видишь, уже ранг у противника. Все равно они еще пока очень сильно от нас отстают. Буквально на 20 рангов. Так что преимущество перед нами, в принципе, огромное, можно сказать. Бросаем баллончик. Угу, тут заблокировали. Минус сплинтер. Дальше. Ну, понятно, тут не получилось. Давай-ка бросим туда холодильник, это у нас массовая атака. Ага, теперь Крип и Леонардо сейчас давай пиэндрюешься. Давай вот так вот, языком его. Фьюх, фьюх. И отдуплился. Вот как-то таким макаром мы с тобой, наверное, сегодня дойдем до лиги Сёгунов, да? 3 звезды, можно, конечно, попробовать. Блин, ну как так-то? Чуть-чуть не хватило, чтобы... Ай-яй-яй-яй-яй. 13-16. Ну что ж. Раз, два, три, четыре, пять. Такое ощущение, что у нас очень быстро заканчиваются персонажи. Может быть, мне одному так кажется. Что-то как-то только начали играть, уже половины команды нету. Так, никого мы здесь не уничтожили. Крис Брэдфорд падает. Так, Лео, давай масуху. Да, у тебя хорошо получилось, и остальных, как говорится, ты смог добить. Значит, мы с тобой двигаемся далее. Двигаемся далее, и мы с тобой уже в самураях. 37-я позиция, то есть самурая 2 звезды, буквально сейчас будет. Давай-ка мне что-нибудь посерьезнее. Вот, 14-17. И противник-то, друзья, уже 40-го уровня, буквально сокращается у нас отрыв.
Так, а мы... А, это запрет лечения. Ну, зачем нам это пока не нужно? Так, хан выпендривается. Минус майки. Так, может быть... Давай-ка, наверное, Мандагека попробуем ушатать. Сможешь, Кудаичи? Отлично. Бросим баллончик. Ну, хан, естественно, контратаку делает. Пробивной по Леонардо. Донни делает сюрикены. Мы с тобой добиваем хана и добиваем... Воу-воу-воу, Донни хорош. Ну, понятное дело, Донни, как всегда, крепыш еще тот, поэтому не получилось его сразу уронить. Ну что же, давай посмотрим. Самурай, 2 звезды, а место у нас 73-е. Угу. 14-18. Вот такое количество кубков у нас. Раз, два, три, четыре, пять. 55 уровни против 45-х. 10 уровней разница. То есть сокращаем. Сокращаем мы с тобой дистанцию отрыв. Сделаем с тобой, пожалуй, здесь дебаф от хана. Отлично, минус броня, как говорится. Поехали. Добьешь? Майки, попробуй. Красавчик. Так, у нас вот этот вот хитрожопик, надо его рубануть. Ух, а если вот так вот? Шикарно. Так, наверное, Кирби сейчас будет отхиливать команду, да? Ну, естественно. Что он еще может сделать? Только хильнуть. Ну-ка. Не получилось. Хотя у него пониженная броня и не получилось, друзья мои. Оу-оу-оу. Ты давай-ка будь аккуратней, парень. Что творит? Ну-ка, майки хильни. Спасибо. Бросим клан фотовца. Слушай, что такой крепкий-то? Я не понял. На люком. Ну и теперь сплинтера. Сейчас добьем. Да твой баф здесь не поможет тебе, сплинтер, поверь мне. Тыч. С одной тычки, ребята. Ну что, продолжаем наше движение. И по идее мы, наверное, переходим с тобой. Ага, переходим на 14 позицию. А что, это очень даже неплохо, друзья мои. 14-18. Они мне не дадут, наверное, да, 15-19. Вряд ли. 14-17. Сейчас попробую все-таки, ребят, что-нибудь такое. 14-18. Хорошо, я возьму повышенные кубки. Раз, два, три, четыре, пять. Тут, конечно, отряд такой, я тебе скажу. Кирби, пиццедицы, майки. Совсем не айс. Ну давай попробуем сюрикенов. Отличненько. Так, теперь понижаем атаку по возможности. Блин, муха, да ты запарила уже, ну серьезно. Тюх, волна, фигня получилась какая-то, да? Так, у этих меткость пониженная. Брось-ка галушку свою туда. Обалденно она, конечно, бомбит, если честно. Это галушка. Ну и все, здесь мы с тобой опять же выходим победителями. Так что двигаемся дальше. Посмотрим сейчас. Самурай 3 звезды, а место 59-е. Блин. До сёгунов 3 звезды вряд ли сегодня, конечно, получится добраться. Что-то мне подсказывает, не хватит у нас запала. Хотя мы идем очень хорошо, если честно. Бустимся нормально. Ни одного фейла, все как полагается. Ну что, Лапекс, давай. Делай свой козырный ударчик. Чих. Угу. Теперь давай еще массовую атаку. Майки. И кто-нибудь есть еще у нас? Да ладно, ты запарил, а? Посмотри, что творит, а. Давай, осколки. Сейчас, погоди. Вот раздухарились, ты посмотри, что, а. Блин, Рокса не досталось. А ну-ка, Макман. Ураганчик отлично показал себе. И, наверное, вот так вот. Все, Микеланджело отдуплился. Друзья мои, великолепненько. Но меня все-таки интересует, мы успеем с тобой дойти сегодня до Лиги Сёгунов 3 звезды.
или же нет. Ну, даже если не дойдем, ребята, это все из-за того, что, возможно, я немножечко проспал, так сказать, самый пик. Но в лигу Сёгунов 2 звезды, наверное, мы все-таки успеем добраться. Ну-ка, что у нас тут? Ага, Лео, Рафаэль. Даже два Рафаэля. Так, тихо. Надо было тебе выпендриваться, а? Они? Да, какой-то ничтожный, на самом деле, урон сейчас был. Вообще, на самом деле, нам нужно как бы Майки. Ой, Майки, Леонардо бомбить. Почему? Потому что именно он тут отхиливает. Упс, Донни, ты мне тут нужен. Ты смотри, что творят. О, нет. Как так-то? Не понял. Они не смогли добить Шинигами? Погоди, я не понял. Вот оно что. Все, я понял. Блин, что у нас тут? Либо-либо я все-таки попробую добить. Нормуль. Крысиный король, интересно, выстоит, если я сейчас сделаю у них. Блин, у меня нет хила, ты понимаешь? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай кувалду. Ладушки. Так, остается у нас... Ой, нет, зачем ты делаешь сейчас же ответ? Фу, повезло, ребята. Он же мог контратаку сделать, я совсем это забыл. А у меня не было выбора, все равно у Шинигами, у него один-единственный удар был. Блин, какое-то чудо просто-напросто. Ну что, ребят, мы с вами в Сёгуны забрались. 60-я позиция. Трындец, как же я немножко пужанулся, если честно. Да, ну все, слава богу, обошлось. Так, ну что, у нас с тобой 60-й уровень, а тут до сих пор еще 49-й. Ну, почти 50-й. Так, ну что, начнем с паутинки. Окей. Так, давай-ка. Вызывай свой метеорит. Слабоват, ребят, слабоват этот удар. Хотя мы с тобой его прокачали, ну, почти по фулке. Вот в чем беда. Ты запарил, а как ты достал своим хилами и прочим. Давай вот так вот сделаем провокацию, наверное. Угу. Так, мы тоже с тобой сделаем отхил. В таком случае. Выстрел. Ты смотри, не упал, а. Ну-ка, если вот так вот. Минус троечка и добивка, да? Да, ну потому что тут была пониженная броня, поэтому Паукус мог себе такое позволить. И давай смотреть, что у нас здесь получится. Нет, не перешли пока. Пока не вышло, не выгорело. Так, ладно. 15-19, отдадите мне вот. Погоди. Как-то ты хитро, блин. Ты вначале 15-19, потом 15-2, вот. Но тут опасность, Майки. Поэтому я специально здесь взял Супер Шреддера, хотя Майки 54 уровня. Ну, это чтобы, ребят, лишний раз не париться. Сразу, как говорится, прокатить его вот на этих шипах. Чпок, и готово. Одного достаточно было бы, да, Супер Шреддера, чтобы завалить всех. Ну что, Сёгун, 2 звездочки. Как с куста, друзья мои. Так, теперь 15-20. А не дадите мне 15-21 или что-нибудь в этом роде? А, не дадут, скорее всего, ребят. Так, еще разочек и... Нет, не хотят. Ладно. Меня, в принципе, и так устроит все. Тун-тун-тун-тун-тун. Джастин со своим запахом изо рта. А у нас тут массовиков кто? Джастин... Плюс нейтрализатор и змейка Вьюн. То есть трое, да?
Тюх. Хорошо, так спринтеру досталось. Давай его добьем. Окей. Так, поехали массовые. Плюс запах. И добивка. Нейтрализатор. Все, ребят. Не дали шанса сходить. Единственное, что сплинтер успел контратаку просто активировать, и все. И смотрим, какая у нас позиция здесь. 27-я. Слушай-ка, сёгуны 3 звезды сейчас будут у нас в кармане. Вот что я тебе могу сказать с точной уверенностью. Блин, ну вот, вот было же. Значит, все-таки можно получить, да, 16-21. Вот теперь, правда, попробуй получить. Ведь не дадут тебе этой попытки. Вот. Дали все-таки. Берем Армагона сразу же, чтобы все это быстренько с тобой залепить. С одной плюшки. 61 уровень, в принципе, нужен Армагон с одной плюшки выносить их. С одного луна. А, тут еще и Зэк хоть. Ну, тем более тогда. Тогда тем более. Давай, делай жирную точку. Отлично. Так, и смотрим. Что-то подсказывает мне, сейчас будут новые ранги. Ну-ка. Та-дам, друзья мои. Лига сёгунов 3 звезды. Отлично. Конечно, теперь хочется дойти до Лиги мастеров. Но что-то меня смущает. А смущает меня только одно, ребят. Естественно, количество наших персонажей. Жаль, 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 конечно. Но все равно я считаю неплохо. Поехали, не будем здесь никакие уклонения делать, потому что незачем. Они все равно нас не пробьют в любом случае. Сам понимаешь, да? Единственное, что нам придется с тобой все-таки сделать откат трех персонажей для того, чтобы отыграть абсолютно всех. Какая тут у нас позиция? 46-я. В бой. 93 у нас с тобой, кстати, монетки золотых. Ну, мы еще, конечно, с тобой ничего приобрести не сможем. Но факт то, что в следующий раз мы сможем взять с собой 3 ДНК на Шредера. Ну что, хлопчики, сейчас вам будет кирдычок. Поехали. Начинает Усаги. И... пау! Да ладно, Сплинтер, как ты-то выжил? А, тут еще и Крис Брэдфорд. Я и не заметил его там. Все, друзья мои, с ареной на сегодня закончили. Давай посмотрим, куда мы перейдем. Какая позиция? 4-я. Ну что ж, неплохо. Лига сёгунов 3 звезды, 4-я позиция. Радоваться, естественно, не стоит особо сильно, потому что буквально завтра мы с тобой будем опять где-нибудь в самураях висеть. Ну а теперь давай-ка, наверное, сходим на испытание. Вот мания Майки и дойдем до Микеланджело Видения. Этот персонаж нам нужен. И в любом случае мы с тобой далеко здесь не уйдем. Даже если захочем вдруг пройти полностью это испытание, не получится. А не получится лишь потому, что... А что я делаю? Давай на автобой поставим. Не получится лишь потому, что у нас персонажа максимальный — это 80 уровень. Не особо, конечно, удачный вариант. Да и то не все, потому что если посмотреть на Пиццелицева, так он вообще 55 уровня. Так что в дальнейшем, да, где-то после пятого, наверное, этого пятого испытания, мы с тобой уже придется отказываться от Пиццелицева, и у нас уже четверо останется в команде. Это, естественно, минус, и вряд ли ты там дальше сможешь что-то сделать. Здесь так, конечно, пока легко и просто, потому что 20 уровень, ну, 20 ранги. И третий поединок будет, наверное, там с 30-ми. С 30-ми уровнями. Так что... ну, нам, в принципе, здесь ничего особо и не надо. Вот мы получаем ДНК на Майки. И попробуем там уже его, как говорится, фармить. Хотя, опять же, вопрос спорный. Стоит ли нам фармить одного Майки Видения, если мы можем с тобой попробовать получить и Шинигами, так же, как и Кунаичи. Понимаешь, да, к чему я клоню? Так, и последний у нас с тобой поединок на сегодня. Погнали. Автобой. Так, тут у нас тля-муха. Готовы. Двигаемся далее. Так, грибы. Морозильная кошка и кожеголовый. Дал... как?
Вот ты мне объясни, ну почему зэк 80 уровня не смог сейчас пробить кожеголового 35 уровня? Не мог он его убить своей вертушкой? По приори просто должен его бомбануть одним плевком, а он его ударом с ноги не смог ушатать. Трэш, конечно, трэш. Ну что, вот и Микеланджело видение у нас в кармане. Да, ребята, шанс его, конечно, вытянуть. Ну, есть, но очень много всякого хлама идет. И осколки, доллары, плюс книжка, кружка, жетоны. И два Микеланджело, которые нам не нужны. Как-то так. Ну, вроде бы, друзья, на сегодня, можно сказать, и все. Завтра мы, наверное, пробежимся здесь. Естественно, еще потянем немножко арену. И все будет у нас тип-топ. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.